Всем здравствуйте. Пришел очередной заказ с картошкой. Привезли три сорта. Давно хотел сорт Адретто немецкой селекции фирмы Норика. Сорт с прекрасным вкусом, с отличным. Круглой формы, желтая мякоть. Мы его выращивали до 2003 года. Урожайность высокая. Стебли не полегают, прямостоячие, светло-зеленые. Вот такая картошина. С сетчатой кожурой. Мякоть желтая, с высоким содержанием крахмала. Идет в основном или как отварная картошка, или для запекания, или для пюре. Хорошо разваривается. Я считаю по вкусу одним из лучших сортов. Поэтому я ее и искал. Следующий сорт украинской селекции, луговской. Мякоть кремовая. Клубни овальные, светло-розовые, с красными глазками. Высокое содержание крахмала, также вкус очень хороший. И, скорее всего, будет также развариваться из-за высокого содержания крахмала. Сорт устойчив к фитофторозу. Среднепозднего срока созревания. И еще один сорт — синеглазка. Но я так понимаю, что это обновленный сорт, а не тот сорт, который мы все время выращивали. И кожура здесь такая сетчатая. Ну, глазки вроде фиолетовые, похож. Но, скорее всего, это уже обновленный сорт. Не совсем та синеглазка, которая была ранее. Мякоть белая. Разрезал вот эту картошину, потому что она поврежденная. Сорт ранний. Покупали в интернет-магазине картофель топ сетками по 4 килограмма. Все, всем спасибо. До новых встреч.